Нас вот полтретьего с квартиры попросили, до сих пор ходим. Кого выгоняли? То есть вас эвакуировали из квартиры, да? Да. Сотрудники полиции? Да, сотрудники полиции. Вроде как бы бомба заложена на телефоне. Телефоны как-то там. На телефоне бомба. И не могут разрядить. И вот мы ходим. Сообщение о заминировании остановки общественного транспорта поступило в единую диспетчерскую службу в 12:30. Через два часа жители окрестных домов эвакуировали на улицу. Официального подтверждения о наличии взрывного устройства пока не поступило. Сейчас эту информацию проверяют взрывотехники. Также на месте ЧП работают сотрудники полиции, МЧС и ФСБ. Движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Смирновской полностью перекрыто. Пешеходам также запрещено ходить по этому участку. Людям приходится обходить оцепленную территорию через дворы. У сотрудников торговых предприятий, расположенных вдоль Октябрьского проспекта, рабочий день прервался около 16:00. Спустя три часа не поступает никакой информации. Просто сказали, выходите и все. То есть не пояснили, почему? Нет, знаем, что огорожены, все догадываются, что бомба. Они сказали, насколько, как долго вам придется ждать? А тем временем на дорогах произошел транспортный коллапс. Автомобильная пробка начинается от въезда в город Люберцы со стороны Москвы. Уже нужна маршрутка, не знаем, куда идти теперь. Вам как-то объяснили, почему все перекрыто? Только узнаем, нет, не знаю. Луизия Егиазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.